После настоятельства святителя Филиппа в истории Соловецкого монастыря открывается новая эпоха. Северная обитель становится великой государевой крепостью. Начало 70-х годов XVI века. На севере государства российского начинается Ливонская война. Шведы появляются на Белом море, и положение ничем не укрепленных Соловецких островов заметно осложняется. В 1578 году из Москвы в монастырь прибывает небольшой отряд стрельцов с пушками, огнестрельным оружием и порохом. Скоро сооружают и временный деревянный острог. К этому времени обитель переживает хозяйственный подъем, и царь Феодор Иоаннович велит монастырю озаботиться возведением каменной крепости, где в случае опасности сможет укрыться окрестное население. Строительство начинается в 1582 году под руководством игумена Соловецкого Иакова. План будущей крепости, заложенный из природного камня, разработал соловецкий постриженник-монах Трифон. Огромные валуны, которые веками шлифовали ледники и морская вода, обладали отличными конструктивными и противоударными свойствами. Почти 14 лет усилиями монахов и множества работников продолжалось строительство. В этом оборонном сооружении были использованы все достижения фортификации своего времени.
Стены рассчитаны на круговую оборону, имеют два яруса боя. Башни выдвинуты вперед, что позволяет вести как фронтальный, так и фланговый огонь. Крепость получила форму пятиугольника, вытянутого с севера на юг между бухтой Благополучия и Святым озером. Восточные и западные стены ограждены водой, поэтому не очень высокие, всего 6-7 метров, и имеют не так много башен. Напротив, с севера и юга стены отличаются высотой до 11 метров, толщиной до 6 метров, а башни стоят близко друг к другу. Скрытым ходом вокруг всей стены, с крепкими бойницами, 8 высокими башнями и вратами, крепость была завершена в 1594 году. Окружность ее занимала более версты. Верно оценив мощь новой цитадели, неприятель не решался нападать на монастырь. В 1611 году шведы высадились в 30 километрах от обители, однако вскоре повернули обратно. Спустя 2 года монастырские стрельцы вытеснили с Карельского берега литовских людей и тушинцев. С этого времени Соловецкий монастырь становится главным оборонительным пунктом всего Северного Поморья. С воцарением Михаила Федоровича Романова военные действия на севере затихают. В 1614 году соловецкий игумен Иринарх заключает со шведами мир с условием не начинать военных действий ни с той, ни с другой стороны без ведома русского государя и шведского короля. Приняв иноческий постриг на Соловках, Иринарх подражал многотрудному житию великих первоначальников соловецких. В 1614 году именной грамотой царя Михаила Федоровича Иринарх был поставлен игуменом. Начиналось его игуменство в очень нелегкое для обители время. Под видом литовских людей на монастырские вотчины в Поморье нападали русские изменники и черкесы. Монастырские укрепления были вовремя приведены в состояние боевой готовности. В самом монастыре, а также в острогах Сумском и Кемском, число ратных людей было увеличено до 1040. Предусмотрительность нового игумена спасла все русское Поморье от грабежей и от нового вторжения шведов и датчан. Однако эти долгие войны вконец расстроили хозяйство монастыря. В 1620 году игумен Иринарх отписал государю: «Хлебные запасы в нынешние воинские годы в монастыре все издержаны, потому что годовых хлебных запасов сполна купить было нечем. Приход стал меньше расхода, а братьи и служек, и пушкарей, и стрельцов, и мастеров, и всяких работных людей в
Соловецком городе и в Сумском остроге больше 1000 человек. И впредь нам без царской милости от великой скудости в Соловецком монастыре питаться нечем. Смиренный и кроткий, всегда погруженный в богомыслие, преподобный иеринарх мудро и рачительно управлял монастырем. Но и в мирное время обитель ожидала еще одно испытание. Стрельцы и люди разного звания, пришедшие в монастырь, принесли с собой и мирские нравы. Со временем это стало приводить к ослаблению строгости монашеского быта. Среди братьев стали встречаться самоволие и непослушание, излишнее пристрастие к мирским делам и даже небрежение духовной жизни. Об этом стало известно государю, который укорял игумена иеринарха. И мы, слыша о том, удивляемся, что в такой честной лавре и в чудотворном месте такое ослабное житие иметь начинают и отеческие предания презирают. Будучи сам строгим подвижником, преподобный иеринарх всегда был примером для братьев. Но мирской дух все более укреплялся в святой обители. Из-за этого некоторые монахи покидали монастырь и уходили в леса. Среди них был и инок Елеазар. Инок Елеазар происходил из купеческой семьи города Козельска, Калужской губернии. Придя в Соловецкий монастырь в игуменство преподобного иеринарха, занимался резным делом в Преображенском соборе. Своей высокой духовной жизнью он заслужил искреннее расположение игумена иеринарха. Но ревнуя о более строгом и уединенном подвижничестве, Елеазар удалился на пустынный остров Анзер, отдаленный от Соловецкого проливом в 4 версты. Тогда этот остров был необитаем. Лишь изредка подходили к нему рыболовные суда с Белого моря. Елеазар поселился у подножия чрезвычайно крутой горы, ныне называемой Голгофою. Жизнь на диком острове была весьма тяжела. Много раз пустынник испытывал дьявольские нападения. Демоны являлись ему то в образе знакомых людей, то в образе воинов, пеших и конных, и яростно устремлялись на Елеазара, как бы намереваясь убить. Они говорили: «Зачем сюда пришел? Это наше место, и никто до этого времени не приходил сюда». «Не ваше», — отвечал им пустынник, — «но Христа Бога моего, и Богу угодно, чтобы я здесь жил». Потом читал: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его», и этой молитвой прогонял врага. Господь утешил подвижника чудесным видением. Однажды, когда Елеазар был в келье,
явилась ему сама госпожа Пресвятая Богородица и произнесла: «Мужайся и крепись, Господь с тобою. Напиши на стенах кельи: Христос с нами, уставися». Подав иноку трости четки, Царица Небесная сделалась невидимой. В 1616 году инок Елиазар встретил в лесах другого соловецкого подвижника, иеромонаха Фирса, и принял от него пострижение в схиму. С принятием схимы преподобный Елиазар увеличил свои подвиги. У морской губы, называемой ныне Троицкой, он нашел ветхую часовню, которую перестроил своими руками. Молва об анзерском пустыннике разошлась по Беломорскому берегу. И к преподобному пришло еще несколько ревнителей безмолвия и уединения. Вместе они составили небольшое братство. Согласно с древним уставом пустынного жития, кельи на версту отстояли одна от другой. Каждый наедине подвязался в посте и молитве, занимался рукоделием, никого не принимал к себе и сам никуда не ходил, кроме собрания на общую молитву. Общая молитва совершалась или в часовне, или в келье преподобного Елиазара. С вечера читали вечерню с кафизмами, пели каноны Господу Иисусу и Пресвятой Богородице, исповедовали помыслы. Утром служили литию, утренню и часы, а затем расходились по кельям на безмолвие. Преподобный Елиазар наставлял сподвижников собственной жизнью, нося под одеждой железные вериги, рубил дрова, ходил за водой и умерщвлял тело постом, бдением и коленопреклонениями. Осенью 1619 года игумен Иринарх и монастырские старцы отправились в Москву к государю Михаилу Феодоровичу и об анзерских пустынножителях услышали при царском дворе. Соловецкий игумен бил челом патриарху Филарету, отцу государя, и просил у первосвятителя благословения создать на острове Анзер особую пустынь. Преподобный Иринарх был принят и родительницей царя, великой старицей Марфою Ивановной. Она пожертвовала на новую пустынь 100 рублей. По возвращении игумен сам отправился на Анзерский остров и выбрал место для храма. На пожертвование царицы Марфы началось строительство деревянной церкви. Уже через год она была освящена в честь Святой Троицы, и пустынь стала называться Свято-Троицкий скит. Преподобный Елиазар почитается благоустроителем пустынного жития на Соловецких островах. Игумен Иринарх, почитая блаженных анзерских подвижников, помогал нуждам скита и нередко навещал своего друга, скитоначальника Елиазара, для духовных бесед.